Итак, ладно, все, давайте закончим перерывчик небольшой и для начала почитаем взаимоотношения между персонажами. Ничего себе, сколько тут всего. Которых, как вы видите, довольно много. Очень много. Ну, начнем с Голдмари. О, Панитон. Так, ребят, вот на это я хочу посмотреть. Да как и на все остальное. Голдмари-сама, о рёри га отокуи то кикимашта га, хонтоу де гозаймасу десу но? Я слышала, что вы очень хорошо умеете готовить, Голдмари-сан. Это правда? Да, это правда. Мне, конечно, не очень приятно это говорить, но у меня репутация человека, который совершенен во всех отношениях, что внутри, что снаружи. Ребят, начинается. Девушки всего мира завидуют мне, но, наверное, такова судьба избранной. Это так здорово! А, ну, тогда ты не могла бы мне рассказать о своей кулинарии? Мне, конечно, стыдно признаться, но я практически никогда не занималась готовкой едой. Но как слуга королевской семьи, я бы хотела бы научиться, как готовить у вас. Понятно. Но мне не нравится идея потенциального раскрытия своих секретов перед потенциальным соперником. Но, ну, пожалуйста, я прошу вас. Может, вы сможете что-нибудь придумать? Я просто хочу увидеть счастливое лицо госпожи Мистира. Ну, ребят, тут все понятно, да? Хорошо. Если это ради первой принцессы, то... я свяжусь с тобой, когда у меня будет собран нужный материал. Так что тогда и увидимся, и поговорим обо всем этом. Ой, большое вам спасибо. Я не забуду вашу доброту. Окей, ребят, ждем развития. Так, Лапис и эти. Давайте эти. Ирсион демо кусси но хэнджин. Голдмари-сан, чотто ёрошикуте. Одна из самых эксцентричных особ иллюзий. Голдмари-сан. Могу я с вами поговорить? Что? Я прошу прощения, но, наверное, я неправильно услышала что-то, да?
Вы что, принимаете меня за какую-то эксцентричную особу? Да, именно тебе. Щеки... Ух. Кажется, ты всегда пытаешься сделать все, что потребуется для того, чтобы стать типа самой популярной. Прошу прощения, но... И что? Да вообще, госпожа... Точнее, да и вообще, Этия-сан. Мне тут говорили, что вы являетесь одним из самых эксцентричных людей в Финляндии, который думает только о тренировке мышц, и все. Кстати, то, что я перевожу как эксцентричный, можно перевести еще как фрик, поехавшая, ненормальная и так далее. Как бы тут... Зависит. Но учитывая, что они типа пытаются быть вежливыми, но не очень. Да вообще, если вы хотите быть популярнее, вам стоит позаботиться о форме своего тела. Простите, но... Что? Сейчас популярнее мускулистые красавицы вроде меня. И именно таких девушек, как я, и ищут мужчины. Что? Простите, я не... Что? Да не экай столько! Заткнись! То есть, парни хотят такую, как вы? Вы это только что сказали, да? Мне очень-очень жаль, но если вы не против, вы не могли бы умереть как можно быстрее. Чё ты сказала? Позвольте мне внести ясность. Мужчинам нравятся именно такие девушки, как я. И это факт. И точка. Ой, простите, что я такая популярная. Простите, что я такая красивая и идеальная. Да что этот человек вообще? Это вообще-то мои слова? Ты что за человек такой? Да... Да, вот это было нечто. Ну, а вы что скажете, как вам? Кстати,
Из этого диалога я тоже видел пару реплик зацензуренных. Я, к сожалению, не могу это показывать на стриме, потому что кое-кто может разозлиться и, скажем так, снести ролик на ютубе. Но для сравнения... Сейчас я найду. Вот он. Для сравнения. Вот тут есть две важные фразы. Первая. В японском она звучит так. Сейчас популярны мускулистые девушки вроде меня среди мужчин. Именно таких мужчины и ищут. А что они написали в локализации? Думаете ли вы, что ваше идеальное сложение одежды поможет вам постоянно... поможет вам поставить точку в борьбе с коррупцией? Стоп, с коррумпированными. Ребята, это так нежить называют в английской версии. Серьезно, короче. Думаете ли вы, что ваша идеально сложенная одежда поможет вам поставить точку в борьбе с нежитью? Чувствуете разницу, да? Вы думаете, это все? Послушайте следующую фразу. Оригинал японский. Позвольте мне внести ясность. То, что нравится парням, мужчинам, так это женщина вроде меня. И это факт. А что у нас в локализации? Вы смотрите на само изображение элегантности и грации. Мое состояние определяет первозданность. Ну, натура, да, типа искаженные. Ну, как-то так, да. Продолжаем. Правильный перевод. Так, Голд Мари и Лапис. Ну, как вы видите, это вообще другие персонажи, другие диалоги. Они полностью все поменяли. Лапис-сан. Спасибо вам. Мои родители связались со мной и сказали, что ущерб от медведей значительно уменьшился. Точно. Я так рада. Мне аж стало легче. И в знак благодарности вот тут от моих родителей. Что? Это приглашение на гостиницу с горячими источниками моих родителей. Когда наступит мир, пожалуйста, приезжайте. Это может прозвучать как преувеличение, но мы действительно гордимся тем, что являемся лучшим отелем с горячими источниками в мире. Ой, вау, я так счастлива, спасибо. Но я не ожидала, что ты из деревни, потому что ты выглядишь вся такая, как бы сказать, стильная, утонченная. Ой, ну что за глупости? Хотя да, конечно, вы правы в том, что я сияю ярче, чем кто-либо другой.
А случаем твои родители не живут в деревне, а ты выросла в городе? Нет. Я жила в деревне всего до нескольких лет назад, когда я покинула это место. Я покинула родной город, родную деревню, для того, чтобы отправиться в школу. Но до этого я всю жизнь жила в этой деревне. Понятно. Да, это место действительно может отличаться от моей деревни. Лапис-сан, мне интересно узнать вашу историю. Я бы с удовольствием послушала. Ладно. Тогда дальше я расскажу тебе о своей деревне. У меня есть довольно много больших историй о моей деревне, так что пойдем поговорим за едой. О, бенто. За едой, что я приготовила в виде бенто. Если точнее. А бенто? Обычно я готовлю все сама для себя, поэтому мне будет интересно попробовать. Большое спасибо. Я с нетерпением жду этого. Так, ну ладно. Ну слушайте, ну в следующем линке между Эти и Голд Мари, они, наверное, могут перейти к действиям. Потому что это, конечно, жесть. Лунар, почти. Ключевое слово. Ну и Натурат, мне что, форточку открыть, что ли? Так, следующее, кто будет следующее? Давайте Эти и Панетон. Панетоне-сан, пожалуйста, не принимай это на свой счет. Какого? Кто? Это сделал. Я не знаю, из какой дыры ты вышел, но у тебя определенно стальные яйца, чтобы попытаться напасть на меня. Вот так из тени. Я прибью тебя нафиг. Подожди минутку, это я. А? Упс. Эти. Сан. Панетоне-сан, имманога, анатану хонтону сугата десу ва не? Панетон-сан. Так, вот какая вы на самом деле. Не то чтобы как бы... Бесполезно это отрицать. Твое обычное поведение — это лишь притворство. А настоящая ты — это только... А настоящая ты — это то, что ты только что показала мне. Другими словами, ты фальшивая леди. Нет, это не так. Это не так, все совсем не так. Сонна не туримидасанайде кудасаймасе. Атакси ва варуй имиде иттеиру но дева аримасен.
Пожалуйста, не нужно так расстраиваться из-за этого. Я не имела в виду ничего плохого. Э? Но тогда почему... Я расскажу тебе об этом подробнее. Я расскажу вам об этом подробнее в свое время. А до тех пор, хорошего дня. Доброго дня и вам тоже. Ну, да. Ну, ребят. Пунитон умеет говорить, как настоящий якудза. Скажем так. О, Айви и Пунитон Аранг последний. Принцесса Айви, мне очень жаль за то, что я привела вас в те руины на днях. Панетон. Я не знала, что вы, принцесса Айви, не любите призраков, так что мне действительно ужасно жаль. Как я могу загладить свою вину? Подними голову, Панетоне. Мне уже все равно. Да, я не смогла спать несколько дней после этого. Не буду отрицать. Я даже не могла выйти на улицу в одиночку. Один только шум ветра заставлял мои волосы вставать дыбом. А маленькие крики, которые я издалека слышала, заставляли меня вскрикнуть самой. Как-то раз из-за скрипа в коридоре я застыла на месте так сильно вкопанная, что не могла двинуться с места какое-то время. Думаю, я испытала страх в достаточном количестве, чтобы хватило на всю жизнь. Мне действительно очень жаль. Возможно, я немного переборщила. Но, Панетон, все в порядке. Я понимаю, что ты отвела меня в это место для того, чтобы сделать мне приятное. Господи, как это звучит. Так что не беспокойся больше об этом. Но, принцесса Айви, я действительно чувствую себя ужасно из-за этого. Твое желание угодить, Панетон, настоящее, истинное, так сказать. Да. Ну, я рада этим чувствам. Спасибо. Принцесса Айви. Большое спасибо. Вы продолжите со мной и дальше дружить? Конечно.
今度からは行き先は初めに伝えてもらうわね。Но я прошу, чтобы в следующий раз ты сказала мне, куда ты хочешь пойти заранее. И больше... Давай не будем... Нет. И больше никаких мест с привидениями. Да, конечно. Да. Ну все. Конец. Такой вот линк между Айви и Панитон. Кстати, насчет Панитон. Насколько я видел, в английской версии ее перевели немного по-другому. Не Панитон, вот так, как мы ее переводим, а Панетте. Или как-то так. Панитон мне больше нравится. Ну, мы знаем, что с Мистирой то же самое. Мистира там и Мира. Или как-то так. Зачем, почему, ну ладно. Наверное, им так привычнее. И вот, кстати, Мистира и Айви. А, я знаю почему. Потому что в этой игре переводчики придумывали свой сюжет. Свою игру. Эй, принцесса Айви, разве не весело тусить на под открытым небом, в дикой природе? Мистера Оджо, канцетсган ва имайчи но ё не. Принцесса Мистера, а вы не очень наблюдательны? Минасай. Именно вот эти ноконы с цветом. Посмотрите на меня сейчас. Смотрите, в каком состоянии. Так как на Оджо на Майда то юнони, карада га зетто гата-гата то флюете ир но ё. Даже несмотря на то, что я нахожусь перед принцессой из другой страны, все мое тело дрожит. Это не самое приятное чувство, понимаете? Тебе холодно, что ли? Хочешь, я прибавлю огоньку? Костер. Я дрожу не потому, что мне холодно. Я дрожу, потому что я боюсь. А, да не надо беспокоиться о диких животных в округе. Я даже установила ловушки, если они попытаются подойти поближе. Но, как правило, они боятся огня, поэтому не подойдут. Обаке. Призраки. Сакки. Акчи на хоу кара. Сусури наки но йона кое га кикоете. Ранее, вон там. Я услышала что-то похожее на... рыдание. Обаке! Обаке га иру камо сиренай но! Привидение! Привидений там не может быть. Э? Пожалуйста, не так громко. Прости. Но разве пение не делает все это менее страшным? О, обаке!
Призрак. Да, верно. О, боже. Так, не ожидаю. Но я не ожидала, что ты так плохо переносишь призраков. Я хочу забыть об этом. Нет, давай забудем об этом. Я просто никогда не спала под открытым небом в дикой природе. Вилди, нет, я просто перевожу текст и все, я не пою. Зачем мне петь, если они сами поют, и вы это слышите нормально? Хотя, возможно, у меня лучше получится, чем у них. Да. Не, ну это было, конечно, прикольно. Продолжаем. Что случилось, Седас? Почему так громко кричишь ты? Это не то, что вы обещали, принцесса Мистира. Обещала? Ты обещала. Нет, вы обещали не готовить мясо при мне. Вы сказали, что никогда не будете искушать меня. Но это что такое? Это запах сочного мяса и... как это называется... и других вкуснятин, короче. Точно. Вот теперь я вспоминаю что-то подобное. Да, было дело. Ты сказал мне не готовить мясо при тебе, потому что ты, Седас, сидишь на какой-то ограниченной диете. Чтобы оставаться в форме. Верно. И при этом вы сейчас тут жарите такое вкусное на вид мясо. Я хочу набить себе полный рот этим мясом. Я хочу набить свой желудок до полного удовлетворения. Ну, тогда давай поедим вместе. Великие карты. Как бы Кардо-сан, это ну карты и сан, типа господа карты. Великие карты, расскажите мне, как теперь преодолеть это дьявольское искушение. Я тут по доброте душевной приглашаю тебя присоединиться к трапезе, а ты называешь это дьявольским искушением или что-то еще подобное, да ты просто худший. Все, если не хочешь есть, то пошел отсюда. Я пошел. Я пойду куда-нибудь подальше. Я смогу выдержать это испытание. Луна, звезды, защитите меня от искушения плоти. Искушения мяса. Что такое сейчас было?
Господи. Господи, что-то с Мистирой тоже офигенные линки. Лунная призма, дай мне сил. Во-во. Боже ты мой. А, ну тут пацаны, пацанов оставим наконец. О, Зелков. Давайте. Боже ты мой. Давненько я так не смеялся, причем подряд. Зелков, хватит. Что именно ты пытаешься скопировать, имитировать? М? Что? Пожалуйста. Не стройте из себя идиота. Почему вы упорно пытаетесь... идти за мной по пятам сзади. Я уверен, что вы сами этого заметили, но вы являетесь тем, кто зарабатывает себе на жизнь убийствами. Эта реакция означает «да». Значит, все, как я и подозревал. Вот почему я неустанно шел за вами по пятам, пытаясь добиться этой реакции. Понятно. А ты хорош. На самом деле, я и сама собиралась тоже кое-что спросить. Мне всегда казалось, что мне всегда казалось, что вокруг тебя тоже витает какая-то жажда крови, спиртоносная энергия. То очень хорошо как раз-таки сочетается с моей. И ты определенно, Зелков, необычный человек. И по сути мы подозревали друг друга в том, что мы коллеги. Похоже, что так и есть. Однако, давай больше не будем об этом говорить. Убийством людей я занималась в прошлом. И я уже оставила прежнюю себя позади. Я точно так же, как и вы, омыл свои ноги. Интересное выражение он взял. Но напомню, он не очень хорошо умеет говорить, поэтому иногда говорит странности. Значит, и в этом мы схожи. Но для меня это не важно. Ну что ж, прошу простить. Так, ладно, это у нас уже был серьезный линк, так сказать, для разнообразия.
О, ребят, Лои. Клои и Луи, продолжаем. Нет, Лунар, он говорит чуть лучше. Просто у него очень странные, скажем так, иногда слова. Ну, скажем так, я тоже так говорил когда-то, когда еще не знал достаточно хорошо русский язык. Как бы если пытаться сравнить... Блин, вот когда хочешь специально так говорить, не получается. Ну, короче, да. Видно, что он не очень хорошо умеет говорить на этом языке. Как бы. У меня тоже иногда бывают именно странные предложения. Странно я их строю или странно произношу некоторые слова. И так далее. Как, например, это... То, что я путаю. То, что я привык называть деятельность, а на самом деле это деятельность. А я говорю деятельность. Вот у него такая же хрень, как у меня. Это сразу выдает то, что он не очень хорошо умеет говорить. Лунар, да, скорее всего. Скорее всего, да. Так что в этом мы похожи. Я нашел, так сказать, персонажа, похожего на себя. Хотя на самом деле, если ты пытаешься общаться на другом языке, у тебя могут возникать такие моменты. Нормально. Вот, да, сегодня, да, без. Продолжаем. Видите, горан на сай, Луи. Оно шокжи о штейру данжо. Стеки да то омуанай? Ты только посмотри на них, Луи. Тебе не кажется, что это мило, когда мужчина пытается ухаживать за девушкой? Девушка ахает, когда слышит слова парня, а парень ахает в ответ ей. Чем они занимаются? Они так прекрасны вместе. Прямо как принц и принцесса в сказке. Да, это действительно чудесное зрелище. Просто глядя на это, мое сердце бьется чаще, быстрее. Иногда это действительно неплохая идея, Клоэ-сан. Посмотреть на сцены, которые вам интересны. Для человека, который сказал, что это неплохо, вы выглядите слишком счастливым по этому поводу. Ой, прошу прощения. Я все еще чувствую себя неудовлетворенным. Чем обычно. Предполагаю, что в конечном итоге тебе все-таки по-прежнему больше всего нравится, когда ты видишь компанию лишь девушек. Нет, это не так. Ну да, мы уже узнали, что это не так. Да, Розадо? Я думаю, что именно из-за вашего присутствия здесь, Хлои-сан, я чувствую себя неудовлетворенным. Из-за меня? Что вы имеете в виду?
Хлоя-сан, вы действительно нравитесь всем, поэтому вы всегда находитесь в компании друзей, друзей, товарищей. Это я совершаю эту ошибку, которую нельзя. Однако, какое же это было бы прекрасное зрелище наблюдать за тем, как Хлоя-сан находится в компании своего любимого товарища, спутника даже, в данном случае. Если возможно, я хочу, чтобы эта сцена всегда оставалась в моих глазах. Это подарило бы мне больше всего счастья в мире. Самое большое счастье в мире. Ну вот, Луна, предыдущую фразу я довольно странно построил на русском. Вот примерно так и Зелков говорит. Однако... реакция... Однако, эта реакция, я чувствую, что является результатом того, что в этой компании не хватает Клоя. Сан. Спасибо. В некотором смысле это можно сказать комплимент. Ну, Лунар, как бы, я понимаю, что это проблема из-за того, что я перевожу параллельно. Все-таки построение в японском и в русском очень отличается. Поэтому и такие ошибки совершаются. Но я пример тебе показал, так сказать. Так, вернемся к тексту. Однако... воздерживайся от того, чтобы говорить подобные слова другим девушкам. Я могу понять это, потому что у нас общие интересы, общее хобби, но... но для нормальной девушки это бы прозвучало как монолог какого-то извращенца. Я буду иметь это в виду. Ну что ж. Тогда, я думаю, пора уходить. А то эта прекрасная девушка и этот прекрасный парень уже какое-то время смотрят на нас. Я прошу прощения за беспокойство. Давайте сменим место. О боже. О боже. Не, ну слушайте, Луи это действительно интересная личность, внезапная. Так, ну все, дальше Валера. Ну, тут уже ничего интересного. Кадо-сан. Карты. Кадо-сан. Карты. Мичибики-тамай. Направьте меня. Лютен-сэши хоши-но садаме. Судьба колеблющихся звезд. Че? Седас. Седас? Он не хищиде уранай о штейрун дешоко. Неужели он так отчаянно хочет... предсказание? Пожалуйста, скажите мне, наберу ли я вес, если я буду есть вот это? Но если я не буду есть, то я умру с голоду.
Пожалуйста, карты, прошу вас, ну же. А, нет, плохой результат. Впечатление совершенно иное, чем в прошлый раз. Успокойтесь, Седас. Господин Божественный Дракон? Насчет предыдущей фразы, ну типа, он ведет себя не так, как в прошлый раз. О, так правильно. Спасибо, Контекст, что ты появился. Прямо... Я не совсем понимаю, что здесь происходит, но похоже, у тебя какие-то проблемы. Но почему бы тебе просто не взять и не съесть об этом? Ни о чем не беспокоюсь. Значит, если это съем, то не наберу вес? Ну что ж, тогда сегодняшняя еда. Это блюдо приготовлено из теста, замешанного на замешанного с использованием пшеницы. Муки из пшеницы, скорее, и масла. Потом все это жарят. И потом покрывает соусом. А также еще и заправляет маслом внутри. Ой, звучит очень вкусно. О, все нормально. Ты не постал, съешь. Это же ложь, да? Господин Божественный Дракон, я вижу это. Нет, я вижу, что это на вашем лице написано. Точно так же, как и на картах. Ты потолстеешь. Прости. Да, но это не имеет значения, потому что ты все равно много двигаешься. Так что я думаю, вряд ли тебе стоит беспокоиться о том, что ты отравишь свой организм этим. Вообще-то стоит. Этого недостаточно для меня. Как хороший танцор, я не могу позволить себе быть таким забыл слово, неаккуратным. Особенно, когда я нахожусь на поле боя. Я все-таки там должен вдохновлять всех своими танцами. Знаете, что было бы забавно, ребят? Взять Седаса, откормить его, и потом на поле битвы он такой... начинает танцевать, умирает посреди боя, падая на землю. И мы не получаем дополнительного хода. Да. Так, вернемся к тексту. Mm.
Потому что если я не смогу поднимать боевой дух на поле битвы, это может привести к гибели кого-то. И за это я буду нести ответственность. Седас. Седас? Сегодня я буду постить, вроде. Это так называется. Воздержусь от еды, короче. И пойду в старый сарай. Привет, ман. Чё-то ты вовремя. Да. У нас есть перемотка времени. Фогато. Дикейдан, кацудо. Оцукаресама дес. Фогато. Спасибо за твою работу как дозорного. Коно курай асамешимай да ё. Ой, да это легко. Кёа, хитобито но момегото мо накатта ши, игёхэ датте хотондо аравале накатта. Сегодня не было никаких стычек с какими-то людьми или вообще проблем. И даже нежить не появилась. Конна хига майнич цузуйте курелеба ин да кедо не. Эх, если бы так могло бы быть каждый день. Соу ятте акаруй эгао де хитобито о мамору сугата га. Фогато га шитавареру химиц нан дес не. И вот так ты защищаешь людей своей яркой улыбкой еще. В этом твой секрет, Фогато, почему все восхищаются тобой. И я действительно могу рассчитывать на тебя, как на товарища. Ну и да ладно, не переувеличивай, а то ты меня смущаешь. Демо са, сонна не хомете курелю нара, втари де шокуши демо до? О, а знаешь что? Если ты меня так хвалишь, то как насчет того, чтобы поесть вместе? Шокуши? Поесть? Синдю сама то штеки на кайва мо шите митай нда ё не. Со, ски на хито но тайп тока. Да, я бы хотел бы поговорить с господином божественным драконом наедине, так сказать. И хотел бы также узнать, какой тип вам нравится больше всего. Какой тип людей больше всего вам нравится? А, ну это немного. Неужели это вас так смущает, что вы никому не можете об этом рассказывать? Не, еще хуже. Твоя веселая личность, Фогато, это здорово. Но то, с какой легкостью ты можешь развязать язык людям, это может вызвать проблемы. Ой, да ладно, лучше всего просто относиться ко всему со спокойствием. Я не я, если не... Не пытаюсь себя вести так своеобразно. Ну, наверное. Я не могу себе представить Фогато, который не был бы вот таким откровенным, легкомысленным. Может быть, именно в этом... Нет. Может быть, именно это в тебе и есть самое лучшее. Окей. Блин, он хотел узнать, какие тянки нравятся нашему ГГ. А наш ГГ такой аяш. О боже. Так, ладно, погнали дальше.
Так, качаем дальше отношения. Голд Мари и Пенитон. Дальше. Так. Так. Этия и Голд Мари. Нам нужно посмотреть А-ранг. Делаем ставки, ребят. Что они там будут делать? Они попытаются убить друг друга. Еще можно прокачать Луи. С принцессой? Да, почему бы и нет. Пиктом, ты уверен? Ну, Луна, там просто до ранга еще дофига, поэтому я взял кого-нибудь, кто не прокачан. Так, ну что ж, го почитаем сразу. Как дешёка, Селина-сама? Ну, как вам это, госпожа Селин? Тотемо ии каори да ва. Да? Запах очень приятный. Кандицкее но кадамуна то, коре ва хана не? Шикамо ишсюрэй жа най ва. Цитрусовые эти цветы. И еще этот вид. Это форма. Этот запах подобно тому запаху цветов, что распускается в теплые месяцы. Получилось тут действительно прекрасная гармоничная смесь. И чудесный аромат. Я очень рад слышать, что вам понравилось. Чайные листья взяты с юга Финлана и были смешаны с... сухими цветами и кожурой из других мест. И очень вкусно получилось. Спасибо, Луи. Я могу пить чай, приготовленный тобой, Луи, каждый день. Это все, что мне нужно для счастья. Большое спасибо, госпожа Селин. Кстати, вы помните те особые чайные листья, о которых я недавно вам рассказывал? Да, конечно, я помню. Особые чайные листья, что используются для приготовления вкусного черного чая, подобно которому нигде больше не найти. Да? Ну, на самом деле... У меня тут есть контакт, который, возможно, имеет доступ к этим листьям. Так что я надеюсь, в ближайшее время вы сможете насладиться им. Правда? Я очень счастлив. Ждите с нетерпением.
Кот, да ладно, чего? Не хочешь? От самой милой, самой красивой и самой идеальной девушки. Так, Айви и... другого. А, точно. Там же Розаду и Седеса мы же качали. Мяса нет. Тоже мясо. Таберу хоуга ски да кередо. Да, ребят, сегодня мы прошли неплохую сюжетную главу и почитали много интересных сушалинков. Не, ну, сушалинки и взаимоотношения между персонажами действительно хороши. Так, что еще нам нужно сделать? Так, на арену. Так. Так, сколько времени? Угу. Как раз можно повеселиться на арене. Ну, тут как бы понятно, изи, победа для Лапис. Лапис, майримас. Диамантуда, майризу. Отеавасе, аригатоу гозаимашта. Уж победа. Давайте Марию возьмем. Ирусион Оужохе, городо Марии дес. Ирусион Оугок, тайни Оужо, Ортенсия. Упс. О. Б-ранг открыт. Продолжаем читать тогда. А, боже, мне вообще не получается готовить. Да не волнуйтесь. Если вы будете делать все так, как я буду говорить, то все получится. Не сдавайтесь и продолжайте. Так, вот так, потом вот так, здесь перевернуть. Получилось! Ну, выглядит, конечно, все немного... беспорядочно, скажем так. Но важнее всего все-таки вкус. Ну и как? Вкусно. Вы хорошо постарались. Я так счастлива.
Интересно, я стала снова привлекательна? Да, конечно. О боже. Когда у меня есть такой вассал, как ты, Голд Мария, я должна всегда быть начеку. Вассал? А? В чем дело? Ни я, ни Розадо не являемся вашими официальными вассалами. Опа, бунт ребят на корабле, походу. А, ты про это? Ой, да все в порядке. Я одобряю, это самое главное. Когда проснулся злой дракон и началась война, мы все еще были одноклассниками. Однако папа велел мне вернуться в королевский замок. Мы были просто одноклассниками, но я и Розадо, мы вынудили вас взять нас с собой, Ортензия. Да не то, что кто-то кого-то заставил. Я была, наоборот, очень счастлива. Я просто не хотела расставаться. Нет, я действительно не очень хотела расставаться с такими хорошими друзьями, как вы. Я хотела остаться в школе. Но в результате я тянула вас в весь этот бардак. Мне очень жаль, правда. Это я должна извиняться. Обычно король принимает решение о вассалах королевской семьи Иллюзии. Несмотря на то, что мы смогли прорваться через все проблемы и добраться до сюда, уже, к сожалению, мы никогда не получим официального признания от короля. Мы не смогли защитить твоего отца, Ортензии. Все в порядке. Тут, Голд Мари, ты... Да нет. Мы все ничего не могли сделать. Но я уверена, что отец одобрил бы вас в качестве официальных вассалов моих. Так что, пожалуйста, не говори больше так. И не извиняйся за то, что ты здесь. Ортензия.
Я действительно очень рада, что ты здесь, Голд Мари. Большое тебе спасибо. Когда война закончится, мы вернемся в школу вместе. Да? Обязательно. Вот, мы узнали больше подробностей о их жизни. Так, что тут еще? Да вроде мы сделали все, осталось поспать. Матвей, удивительно, да? Это клан, господин Божественный Дракон, я войду. Прошлый раз вы позаботьтесь обо мне. Вы приказали мне отдохнуть как следует. И благодаря вам я сейчас очень бодрый. Вы слышали то, что я только что сказал? Нет. Ничего такого. Доброе утро. Да. Ну что ж, вот теперь можно сохраниться, и на этом на сегодня мы остановимся, продолжение следует.